аисты. Это крупная птица из рода аистов, семейства аистовых и отряда аистообразных. Масса тела составляет от 2 до 5 килограмм, длина 1 метр и высота тоже 1 метр. Это статная, высокая птица с тонкими ногами-ходулями и длинным прямым конической формы клювом. Шея длинная, гибкая, в верхней части резко изогнута назад. Аисты прекрасные строители своих гнезд, и это не просто гнезда, а целые родовые птичьи замки. Например, самое старое гнездо, по свидетельствам очевидцев, служило одной семье аистов на протяжении 4 веков. Каждый год, если аист нашел старое свое поместье, ремонтирует его и достраивает. И в итоге получается приличное сооружение, которое порой весит до нескольких сот килограмм. С вами канал Планета Земля.